Всем привет! Это Cosmeticstore.ru, интернет-магазин парфюмерии и косметики. Начинаем очередной розыгрыш парфюмерии. Напомню о правилах. Правила просты. Заходя на наш сайт Cosmeticstore.ru, вас встречает всплывающее окно. У меня оно сейчас не покажется, я его закрыл. Вот, но если вы у нас первый раз, то обязательно оно проявит себя. Это всплывающее окно. В нем написано, что вы можете принять участие в нашем ежемесячном розыгрыше одного парфюма. Победителем становится абсолютно случайный человек случайным образом. Что нужно для того, чтобы участвовать? Нужно оставить вашу электронную почту. Вот, значит, у нас в этом месяце накопился вот такой вот список. Так, вот такой вот список сейчас. Из которого мы будем выбирать случайного победителя. Так, значит, сейчас откроется. Вот такой список. Так, значит, email, первое поле, мы не берем, единичку мы не берем. Будем считать от двух до, так. До 1038, по-моему. Да, до 1038. Итак, переходим уже в мою любимую программу. Ставлю цифру 2. Ставлю цифру 1138. Нажимаю кнопку «Сгенерировать» и получаем число 133. Так, возвращаемся в таблицу. Находим номер 133, которому будет соответствовать какой-то имейл. Ну, уже не какой-то, а имейл победителя. Возвращаюсь сюда, 133, xeolead@gmail.ru. Поздравляем вот этого молодого человека, либо девушку, не могу понять по email, с выигрышем. Что теперь нужно? Победителю нужно зайти на наш сайт, перейти в категорию парфюмерия и выбрать любой аромат, оформить заказ, оставить фамилию, имя, отчество, индекс с адресом, с точным адресом и индексом, да, и нажать кнопку оформить заказ. Все остальное мы сделаем сами. Отправим по адресу победителю подарок. На этом все. До новых видео. Всего хорошего. Всем успехов. До свидания.